Я считаю, что все, кто был на территории Афганистана, они все заслуживают внимания и почета. Но находясь там, все выполняли боевую задачу. А задача пограничников была прикрытие государственных границ Советского Союза. Лихо, как говорят, хватило всем. Конечно, каждое время оно рождает своих героев. И трудно сказать сейчас, кто был лучше, кто был хуже. Воины, афганцы, прошедшие вот через это все, всегда несли с гордостью свою голову, как говорится. Никогда за это стыдно не было. Какой-то момент страшно, когда впервые попадают люди под пули. Видно, что страшно, а проходит время, и это становится как бы нормальной, обыденной работой. Каждой матери нужно сказать и передать последующим тело, допустим. А это не так просто, и, ну, в общем, это сложно все.